У двух крошечных рыжих котят практически не было шансов на выживание. Наших сегодняшних героев зовут Пеппи и Декстер. Их бросила мама-кошка вместе с тремя братиками и сестричками. Котят вовремя нашли и доставили в приют. Чуть позже стало ясно, что все малыши больны, у них обнаружили панлейкопению. Наверное, болезнь досталась им от мамы. Подобное заболевание очень опасно для неокрепшего организма котят. Сотрудница приюта, Мелинда, вообще не была уверена, смогут ли малыши выжить. Тем не менее, девушка решила сделать все возможное, чтобы им помочь. К сожалению, трое котят не справились с вирусом, но Пеппи и Декстер продолжали бороться с болезнью. Малыши пытались кушать, несмотря на плохой аппетит и боль. Мелинда кормила их каждые 2 часа, постоянно грела малышей и обнимала их, держа на ручках. Удивительно, но у котят было огромное желание жить. Крохи оказались настоящими бойцами. Через 2 недели лечения стали видны улучшения, угроза жизни миновала. Котятки стали мурчать и даже исследовать территорию. Мелинда продолжала кормить Пеппи, а Декстер уже начал кушать самостоятельно. Пеппи обожает играться и постоянно находится в поисках приключений на свой очаровательный хвостик. Декстер – более спокойный котейка, который обожает покушать. С каждым днем малышам становится все лучше и лучше. Котята сумели побороть недуг. Братик и сестричка обожают друг друга и нежно дружат. Волонтеры решили, что сладкую парочку ни в коем случае нельзя разлучать. Поэтому, как только малыши полностью поправятся, им будут искать хозяина, который согласится взять сразу обоих питомцев. Надеемся, что этих очаровательных малышей ждет долгая и счастливая жизнь.